С этого месяца в России появилось новое наказание за неуплату административного штрафа. Неплательщикам придется отрабатывать, то есть сделать что-нибудь полезное для общества. Закон вводит до 50 часов обязательных работ за просрочку штрафа. Работать придется вечерами 2 часа, либо 4, если разрешит суд. По выходным можно трудиться и по 4 часа. Вид обязательных работ и место для отбывания наказания будут определять судебные приставы. Контролировать искупление вины тоже будут они. За просрочку административного штрафа грозит штраф в двойном размере от предыдущего или арест до 15 суток. Попасть под арест можно из-за нарушения тишины в ночное время и за прогулку с собакой без намордника. А вот уклониться от отработки не получится. Задолжавший человек может быть объявлен в розыск, а его фото появится в газетах, интернете и на ТВ.